Узнать, как обретаются иконы, увидеть путь их создания, прикоснуться к иконописному искусству. В Староскольском художественном музее открылась необычная выставка «Любовь никогда не перестает». В экспозиции около полусотни образов святых, написанных в местной иконописной мастерской имени Петра и Февронии, а также различные композиции на православную тематику. Станислав Саенко, руководитель иконописной мастерской имени святых Петра и Февронии, уверен, цитата из первого послания апостола Павла христианам Коринфа «Любовь никогда не перестает» лучше всего подходит для названия новой выставки в Староскольском художественном музее. В экспозиции представлены 36 образов православных святых, созданных в мастерской при Крестовоздвиженском храме. Это является плодом духовной такой работы коллектива единомышленников. В нашем понятии икон не имеет авторства. Это древняя традиция, когда на Руси созданием иконописных образов занимались исключительно монахи, они не оставляли своих имен. Начинается все с благословения, прежде всего. Столяр, который заготовил доску, человек, который нанес левкас, золочение, человек, который расписал икону, человек, который создал киот. Обретение иконы, вот именно таким термином мы пользуемся. Вот это вот как раз плод духовной творческой работы коллектива единомышленников, который вот перечислил. И эта работа завершается именно обретением иконописного образа. Икона обретается, икона является. Дополняют экспозицию резные иконы Юрия Викторовича Мазикина, мастера резьбы по дереву, вышитые крестом и бисером образы мастерицы Людмилы Саенко, работы Ивана Кирилловича Толмачева на пекарском листе и инсталляции с куклами ручной работы Кветы Барминой. В каждом сюжете маленький рассказ о христианском быте, об уважении и распределении ролей в семье, об исконно русских традициях. В каждой инсталляции, иллюстрирующей быт крестьянской семьи, представлены иконописные образы, что как бы является таким подтверждением нашей связи с духовным миром и с семьей. То есть духовность, семья, традиционные ценности, они неотъемлемы друг от друга. Посетить выставку «Любовь никогда не перестает» в Староскольском художественном музее можно до 29 сентября. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал.